Ассаляму алейкум. Сегодня примерно в 6 утра ко мне постучались в дверь. И когда я спросил, кто там, мне сказали, с полиции. Я попросил что-нибудь одеть на себя, потому что я сказал, так как я голый, говорю. Они промолчали. Ну, я так понял, что можно. Пошел, быстро оделся, открыл дверь. Они завалились с автоматами на меня, не представились, ничего, вообще ни форму я не увидел, ничего. Я не понял даже, кто это такие. Они завалились и с вопросами сразу. «Вы Ахаев Марлен?» Я говорю, «Нет». Говорит, «Ахаев Эрнест?» Говорит, я говорю, «Нет». Говорит, «А кто тогда?» Говорит, я говорю, «Я Мед», говорю. Говорит, адрес, говорит, переулок Чехова, 8. Я говорю, да. Говорит, а где Марлен и Эрнест? Я говорю, я не знаю, они, наверное, дома, говорю. Он говорит, а они тут прописаны, говорит, типа, почему их дома нет? Я говорю, ну, они проживают не здесь, прописаны-то они здесь, а проживают не тут. Вот, после чего они сказали, причем автомат не убирали, и говорят, гаджеты, все телефоны, планшеты, ноутбуки, флешки, все, что есть, неси, говорит. Жена это все вынесла. Они говорят, разблокируй это все. Опять же, под дулом автомата это все было. Все разблокировали. Они вот это начали смотреть. И по пути со мной беседу проводили. Спрашивали, где мои братья. Пытались узнать, где они проживают, их адреса и так далее. Да? Ну, на что я ответил, ничего не знаю, ищите, смотрите. Что хотите. Потом они говорят, так как они прописаны у вас дома, говорит, мы все равно проведем обыск у вас, говорит. Я говорю, ну, если так положено, говорю, проводите, только дайте мне бумажку, где написано, что вы это имеете право сделать. Они меня ознакомили, дали мне эту бумагу. Я прочитал на имя Ахаева Эрнеста. Я спросил, а на имя Ахаева Марлена? Они говорят, они одинаковые, там только имя, да, другое. И говорит, какая разница, мы вас проведем по этой бумажке обыск или по той бумажке обыск, проведем-то мы все равно в одном и том же доме. Ну, я не стал больше ничего говорить, сказал, если надо, проводите. Я, ну, не буду вам мешать. И вот они меня водили по комнатам, спрашивали, можно ли открыть вот эту тумбочку, можно ли открыть, ну, насчет этого... Все было в порядке, ничего не переворачивали. Единственное, что забрали планшеты. Я сказал, я тут при чем? Ну, раз меня фамилии, имя моего нету, говорю, почему вы проводите обыск у меня дома и почему вы забираете мои гаджеты, говорю. Раз я не при делах вообще, ну, меня даже в списках нету, да? Они говорят, так надо, разберемся, через неделю отдадим. Как-то так. Потом я уже, когда мы расписывались в протоколе, прибегает жена моего старшего брата Марлена и говорит, что их увезли уже, забрали в неизвестном направлении, не говорят куда, что. Вот. И сказала, что Эрнеста привезли к Марлену домой и их вместе куда-то увезли в неизвестном направлении. Потом мы когда начали расспрашивать, он говорит, я не знаю, говорит, я там не был, я там не присутствовал, я был у тебя дома, ты же видел, и все такое прочее, да, ну, не рассказывает и не знает, говорит, куда их увезли. Когда заходили другие люди, я у них спрашивал, вы кто такие, говорю, хотя бы вы представьтесь, они никто не представлялись все равно, и никто не говорил, куда увезли моих братьев. Потом я уже расписался в протоколе, они все вышли на улицу. Я сказал, мне тоже можно выйти? Они сказали, да. И я вышел уже к братьям. Пока я выходила на кухню, мужа скрутили и посадили на стул. Он не успел одеться. Сел на стул, я вышла. Я говорю, на каком основании, что случилось, почему вы ворвались к нам в дом? Он сказал, постановление суда. Я говорю, покажите постановление суда. Нам никто ничего не показал. Документы нам никто не предъявил.
Мы сидели минут 40. Я несколько раз спросила, покажите постановление суда, на каком основании вы ворвались. Сказали, постановление суда у младшего братишки, у него проходит обыск. В 7.15, где-то в 7.20 мужу сказали, собирайся, мы едем. Я говорю, куда вы едете и на каком основании вы забираете мужа? Мы едем побеседовать. Я говорю, вы можете побеседовать у нас дома. На то они начали злиться. Муж собрался, взял паспорт и выехали. Вели они грубо, потому что когда я попросила, муж был раздет, я говорю, можно бы принести ему футболку? Они несколько раз ответили нет. Я говорю, уже муж уже начал, ну, холодно стало. Муж сказал, можно принести футболку, уже холодно. И один из них пошел со мной. Так я вынесла ему одежду. Они ходили в доме по обуви, в обуви. Хотя я сказала, снимите обувь, мы читаем молитву. Они просто ухмыльнулись. Обыска не было. Мы сидели у нас дома на кухне. Никакого осмотра, обыска? У нас дома осмотра не было. Обыск был у младшего братишки дома, где мой муж и братишка Эрнест прописаны. А причины не назвали? Причина, мы ищем оружие, наркотики и запрещенную книгу, на что мы ответили, что у нас ничего нет. Испугалась я вначале, когда они зашли. Кто вы, что вы, я ничего не поняла, толком они ничего не объяснили, что от нас хотят, тоже ничего не сказали. Сказали телефон, телефон забрали, мой мужа телефон забрали, ноутбук забрали, паспорта, паспорт мужа. Спросили, никому ли мы не звонили. Мы сказали, нет, никому не звонили. Здесь проживает, здесь никто незаконно не проживает, нет. А кто здесь проживает? Но я говорю, дети проживают, я, муж и все, нас четверо. Больше никого нету? Я говорю, больше никого нету, все. Я говорю, а с чем связано, говорю, что, ну, ваш приход? Они толком ничего не объяснили. Кто они, тоже ничего не понятно. Какая-то форма была, даже не поняла, что за форма. Ну, хорошо запомнила, что были маски. Бу баллар доусында тек яхшы лафлар айтмага истегедим. Яхшы баллар, мана имам оларак, мен эр вақты мана тула билерим. Шо баллар тарафында, яхшы тарафын айта билерим. Яманлық йоқ.